Сокольник, спасибо. Так, слушай, нам пришлось перенести встречу с Гериалом с 3 на 4. Чтобы втиснуть Боба Кэхана. Я надеюсь, ты не против? Все нормально. Отлично. Заседание совета директоров в Лос-Анджелесе назначили 12-го. Понял. Я взял нам билет на 9-часовой. А давай-ка отменим эту поездку. Ты слышал про 2 катастрофы? Такие вещи всегда происходят 3-жды. Говорю тебе. Сэм, перестань. Тебе всегда везет. Ну, им тоже везло. Удивительно, правда? Ни с того, ни с сего. Пуф, темнота. Ты посмотри на этот Ламборгини, а? Вот на такой машине я буду ездить, когда заработаю свой 1 миллион. Ты сначала расплатись за свой Hyundai. Так не надо смеяться над моим Hyundai, а? Так что сказал доктор? Доктор? А. Да, он сказал, это заразно. Очень. Мне не надо было сегодня приходить. Ну что я могу поделать? А как твоя сыпь? Сыпь повсюду. И на гениталиях? Повсюду. Еще он сказал, мне нельзя ни до кого дотрагиваться. Простите. А! Теперь у вас тоже будет чесаться! Вот это жизнь! И вновь, и вновь! Доброе утро, мистер Уилл. Доброе утро, Сьюзен. Когда появится делегация из Шанхая, они уже здесь. Они слишком рано. А, да, я знаю. И Энди Дилан звонил. Да. Он просит передать, чтобы вы перевели ему деньги на счета прямо сейчас. Сейчас? Да. Сейчас, сейчас. Карл, старик, ты можешь заняться переводом для Энди Дилана? Конечно. Мне нужен твой код доступа. Понял. Код, пиши. Угу. Есть. Строго конфиденциально. Не вопрос, босс. Ни-ха! Здесь в мире денег идет игра. Просто ставим на номера. И рискованный расчет, как магнит меня влечет. Но успех изменчив, судьба слепа. В сложном танце так много ба. Чтоб по-крупному играть, клетки нервные забрать. Вот это жизнь! Ну что за черт? Карл, хорошего вечера, до завтра. Сэм, подожди, есть минута. Что-то не так. Счета. Марка Гринберга и Ларри Уайта. Я не могу в них войти. Твой код доступа не работает. Да ладно, я его только что поменял. Поменял? Почему? Мне надо кое в чем разобраться. Что-то случилось? Только между нами. Да, конечно, в чем дело? На некоторых счетах слишком много денег. Прости, это смешно. Слишком много денег на счетах. Как их там может быть слишком много? Вот именно это мне и надо выяснить. Я начал проверять распечатки строчка за строчкой. Это безумие, это уйдет куча времени. Уже ушло, надо бежать. Молли ждет дома через 20 минут. Стой, стой, подожди, давай я это за тебя сделаю. А? Проверю распечатки. Ты серьезно? Абсолютно. У меня свободный вечер. Давай. Карл, старик, спасибо. У меня нет слов. И так, я твой должник. Спасибо. Перестань. Правда. Спасибо. Куда вы с Молли собрались? Мы идем на открытие галереи на Мод-стрит, помнишь? Да. Молли там выставляет 2 свои работы. Да ладно. Так что нам придется провести весь вечер в компании бездельников и пить дешевое вино из пластиковых стаканчиков. Ты, кстати, можешь заскочить попозже. Нет, я не могу, у меня куча дел. А вот с тебя подробный отчет. Все, до завтра. Договорились, до завтра.